Каждую среду в студии телеканала «Самара ГИС» мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Самара отметила 436-й день рождения. С какими результатами столица Поволжья встретила День города? Как депутаты проверяют благоустройство и подготовку социальных объектов? В нашей студии Алексей Дегтев, председатель Думы городского округа Самара. Алексей Петрович, здравствуйте, рад вас видеть в нашей студии. Добрый день, взаимно. Самара отметила 436-й день рождения, День города прошел совершенно замечательно. Вот по вашей оценке, как руководителя Думы, с какими результатами мы подошли? Да, мы перелистнули еще одну страницу истории нашего любимого города и испытываем гордость не только за исторические ценности, которым мы очень дорожим, но и то, что происходит вот за последнее время. Есть объективные сложности по финансовому обеспечению тех задач, которые мы ставим, но Самара участвует во всех национальных проектах, участвует в программах. Это связано и переселением из ветхого аварийного жилья, это связано с обеспечением детей-сирот, оставшихся обеспечения родителей, тоже жилым фондом. Это связано, то есть строительство идет полным ходом, и очень приятно, что мы строим не только жилье, но и социальные объекты. То есть и строительство ведется не только в удаленных частях, в новых микрорайонах, как Крутые Ключи, Волгарь, но вот микрорайон, там Новая Самара, да, так сказать, и идет обеспеченность и детскими садами, и школой. Дальше вот в этом году, вот к 1 сентября уже начали дети учиться во втором корпусе, построенном и сданном в августе месяце. Это школа 26 на 5-й просеке. Долгожданная школа. Очень, да. Очень долгожданная, я очень рад, поздравляю жителей. Долгожданная школа, выстроена, как говорится. Теперь детям не надо, так сказать, там чуть свет вставать, проделывать путь. Конечно, все учились, все были обеспечены, да, так сказать, но далеко не шаговой доступности, особенно малыши. Сегодня развивается и поликлиническое обслуживание, значит, заканчивается вот строительство в Волгаре. Ну, система относится к региону, да, но строится для самарцев, поэтому мы также очень внимательно следим за этими объектами, чтобы они не были долгостроями, чтобы исполнялся график производственных работ. Уже вот к концу года, к декабря, значит, произойдет открытие пристроя, по сути дела, это целая клиника инфекционных детских болезней на улице лейтенанта Шмидта. Вы правильно упомянули по поводу вот в заставке, по поводу благоустройства вопроса. Да, значит, это очень важный момент, да. Что у нас в общественной среде. Вот. Значит, горожане проголосовали, проходит процедура всеобщего голосования, и отдали приоритет в этом году 5 общественным пространствам. 2 из них переходных, они очень объемные, затратные. Это Воронежские озера, это парк «Молодежный». Долго мы к нему не могли подступиться, как говорится, потому что объем ресурсов муниципальный чисто недостаточный. Поэтому сегодня привлечены и региональные, и федеральные средства. Вот. Это сквер на Ташкентской, это ЗАГС, территория около ЗАГСа Красноглинского района. Вот. Это площадка в Куйбышевском районе, вот, на Бакинской. Работы завершены, идет приемка. В том числе вот со дня на день будет и общественный прием, в котором будут принимать участие и депутаты, и Общероссийский народный фронт, представители общественных палат города и области. Потому что пристальное внимание. И 55 территорий внутридворовых. Это программа «Комфортная городская среда». Там, где замена асфальтового покрытия, ремонт входных зон в подъезды, обрезка санитарных аварийных деревьев, рекультивация земельных участков, устройство малых архитектурных форм и много-много другое. Вот. Но сегодня, согласитесь, даже диванные эксперты, как я называю, да, так сказать, скептики, все признают, что наш город
изменился, меняется вот в этом плане, в том числе в лучшую сторону. Это факт. Это абсолютный факт. Я сейчас предлагаю, знаете, вот что сделать? Давайте как раз сделаем паузу, посмотрим сюжет. Он как раз касается того, как меняется наш город. Потому что вы правильно говорите, этого нельзя не замечать. То есть это вот есть объективные процессы, которые происходят на твоих глазах, их видно. И когда город преображается, ну, собственно говоря, как можно это не заметить? Давайте посмотрим. Давайте. Праздничным концертом и мастер-классами в Кировском районе Самары в канун Дня города открыли сквер на Ташкентской 170. О новом общественном пространстве местные жители мечтали не один год, рассказывает Лариса Казаченко. До этого на неблагоустроенной территории располагались незаконные постройки, в том числе гаражи. Самарцы решили принять участие в программе формирования комфортной городской среды «Нацпроекта «Жилье и городская среда». Проект будущего сквера разрабатывали при поддержке районной администрации и департамента городского хозяйства и экологии. В итоге получилась качественная зона отдыха и развлечений. Совсем по-другому начала звучать территория. У нас уже сейчас даже есть определенные жителями наработки сделать вот здесь вот аллею памяти. У нас очень много было участников Великой Отечественной войны, героев Советского Союза. И как бы хочется озеленить теперь уже этот сквер именно благородными какими-то сортами деревьев, за которыми мы хотим ухаживать и хотим, чтобы наш сквер приобрел еще более красивый вид, еще более значимым и удобным стал для жителей. Сквер протяженностью 200 метров занял площадь почти в половину гектара. На этой территории разместился спортивный городок, турники и стена для скалолазания. Дополнили общую картину качели и оригинальные фонари. Также были установлены скамейки и лавочки. За содержанием и порядком обновленной локации будут следить спецремстрой «Зеленхоз» и неравнодушные жители города. Инициатива граждан, она была уже давняя. На этой территории сделать сквер. Инициатива была поддержана в городе, ее включили в состав общественных территорий. После этого пошла реализация в рамках голосования. Департамент городского хозяйства, им спасибо, они подготовили такой проект красивый. Еще одно общественное место, место отдыха, оно связано с больницей Середавина. То есть люди будут просто рады. Приезжают сюда своим родственникам, знакомым, которые... проводит время на лечении, и здесь есть время для того, чтобы хотя бы немножко как-то отдохнуть, встретиться, поговорить. Новый сквер уже облюбовал местные детвора. Для молодежи и старшего поколения обновленное пространство также стало местом притяжения для культурного и комфортного отдыха. Напомним, сквер по улице Ташкентской занял второе место в рейтинговом голосовании по отбору проектов благоустройства общественных территорий города, который проходил в период с 26 апреля по 30 мая этого года на единой государственной платформе za.gorodsreda.ru. За обновление сквера проголосовали почти 25 тысяч человек. Алексей Петрович, ну вот наглядное подтверждение, собственно говоря, ваших слов. Город преображается, это нельзя не замечать. И, собственно, общественная среда, да, она меняется. И, кстати, вот что приятно, люди меняются. Потому что, вот помните, в сюжете женщина говорит, мы хотим высадить здесь хорошие деревья, и мы хотим за них ухаживать, за ними ухаживать. Я вам более того скажу. Помогать надо таким людям? Конечно. Ну, вот я вам более того скажу. Значит, мы, когда позиционировали начало строительства 26-й школы, это было уже, так сказать, понятно, да, так сказать, уже фундамент, уже вырастало, так сказать, здание, там, этажи, да, целостной картины. Мы рассказывали о перспективе второго здания, отмечу, с дошкольным отделением на 75, значит, человек. Вот, то я выложил в социальных сетях, но я не мог этим не поделиться, это действительно большая победа, большое счастье, и вот были, ну, разные, как бы, приписки, там, ответы, да, так сказать, вот, с кем в сетях, и вот один молодой человек написал: «Жизнь налаживается, пойду ко второй половинке, поговорю, так сказать, не пора ли нам пойти за третьим». Ребенком. О, да, ребенком. Это как раз вот о чем говорят такие объекты, как школы, как детские сады, скверы, объекты культуры, здравоохранения. Это говорит о стабильности. Вот. Человек очень прагматичен и взвешенно подходит вот к такого рода решениям. Вот. Но и очень приятно, что жители участвуют в этом. То есть это сподвижничество, оно тоже идет. Оно, наверное, у нас на генетическом уровне, так сказать, возьмем с времен более древних, да, так сказать, и купцов Шахабалова, Константинова, Субботина, Константина Головкина. Значит, ну, вообще флагманом здесь является это Петр Иванович Алабин. Вот. И продолжением этому как раз
и советский период был, так сказать, и сегодня. То есть люди берутся за объекты, очень рождается плеяда меценатов, которые и арт-объекты создают, и участвуют, так сказать, в общегородских мероприятиях. Вот это здорово. Алексей Петрович, кстати, личный вопрос, если можно. Вы упомянули о реконструкции парка молодежного. Вот мне очень интересно, когда и что там будет, потому что это на самом деле очень важный парк для жителей советского промышленного района. То есть туда приходят гулять люди с Металлурга, доходят, и в то же время из советского района туда приходят. Там очень удобно заниматься спортом. Но это вообще на самом деле очень интересное и очень хорошее место. Напротив, сейчас построили ФОК, совершенно замечательный ФОК. И то есть вот когда все это будет реконструировано, это будет такой реально куст для отдыха и для спорта. Лена, вы правильно заметили, у нас в этом плане уникальное наследие, когда наши предшественники, наши предки, в том числе... Они думали о людях. Думали о людях и создали с времен еще царской России, и Струковский сад, парк имени Горького, в центре города. Дальше это и поздний период, и парк Гагарина, 37 гектар, в том числе природообразующей территории, не только человеческий новодел. И 50-летие октября. И я могу продолжать, и загородный, конечно, парк, И сегодня, если мы уж что-то не создаем, хотя над этим тоже нужно работать и думать. Однозначно. Да. Нам сам Бог велел, как говорится, это приложить максимальные усилия, чтобы это сохранить. Потому что на этот парк уж ни для кого не секрет было и посягательство, и застроить, и все нас упрекали, в каком убогом состоянии находится, у вас нет сил, желания содержать, так это отдайте там под застройку и многое другое. Весь этот натиск мы выдержали. Там лес на самом деле, туда заходишь, там лесом пахнет. И сегодня, во-первых, есть еще географическая уникальность. Если немножко подняться, на высоту птичьего полета, то два парка, которые, соединяют рабочую безымянку, аллеи трудовой славы, на которой размещены просто святые реликвии, истории трудовой и боевой доблести наших земляков, где можно интеллектуально себя обогатить и как раз перейти на активный отдых спортом. Парк большой, поэтому сразу было принято решение разбить его на этапы. Первый этап, он сегодня завершается со стороны улицы Нововокзальной. То есть подошли к озеру. Это озеро, хочу для всех сказать, это не искусственный водоем. Это бывшее русло реки Самара, которое, в ходе... рукотворных, но не в положительном смысле, дел человека, оно пересохло, перетянуты жилы водяные. Все сейчас наука и практика проработали, и скважины дополнительные будут пробурены. И не исключено по очистке водоема, это поиск естественных, родников, чтобы оно пополнялось. Сейчас эта зона, это рекультивация земли, это вырубка насаждений, которые непригодны, это устройство дорожек, в том числе и специализированных для бега. Дальше это соблюдение норм для доступной среды, чтобы у нас и малоподвижные граждане, и люди преклонного возраста, мамы с колясками, как говорится, могли беспрепятственно передвигаться, и соблюдается. Там будут и спортивные блоки сделаны. Проект очень большой, сейчас пошагово мы его будем, осваивать. Но первый этап – это как раз Нововокзальный до озера. Алексей Петрович, депутаты следили, насколько я знаю, за подготовкой социальных объектов. Здесь как обстоят дела, по вашей оценке? Мы упомянули о строительстве новых объектов. У нас два детских сада на Ташкентской, на Подшипниковой, построены. Дальше второй корпус школы. Я уже упомянул, это в зоне ответственности
Министерства здравоохранения, но под пристальным, так сказать, вниманием депутатов и городской, и, ну, и губернской думы. Значит, выездные комитеты, поэтому мы неподдельный интерес, так сказать, вот как идет, не нарушаются ли графики производственных работ, вопросы качества. Но у нас объектов, скажем, существующих очень достаточно, поэтому, что касается по летней оздоровительной кампании, ну, отслеживали, во-первых, работу огнедневного пребывания. Далее, это участвовали межведомственные комиссии по лагерям, центрам оздоровительным, которые находятся у нас, в том числе, как на территории города, так и за его пределами. Вот, с тем, чтобы при формировании бюджета, да, так сказать, учесть и, так сказать, собственные ресурсы и обратиться к профильному министерству, ну, с тем, сказать, чтобы тоже оказали содействие. И ремонт, который традиционно осуществляется в летний период, он был под большим вниманием. Конечно, удалось не все реализовать, но из того, что спланировали, все сделали, да. Вот, просто объем проблем, да, так сказать, он, ну, немножко больше, чем значительно, нежели финансовых, так сказать, ресурсов, бюджета. Ну, так на но самом нам... деле всегда бывает, это и в семье так же. Но, знаете, поступательно приходят программы. Этот год не стал исключением. Я благодарю инициативу Дмитрия Чазарова, губернатора нашей области, который вышел с инициативы по капитальному ремонту, созданию и принятию программы областной по ремонту пищеблоков. Вот. Мы в нее вошли, она предусматривает наличие предписаний надзорных органов, ну, здесь, как говорится, все это имеется, и вопрос о финансировании. 65% дается РИС область, 35% из местного бюджета. Вот только в этом году, за летний период, нам удалось отремонтировать 27 пищеблоков и столовых, оснастить современным оборудованием только вот за этот летний период. Вот, побывав, можете посмотреть, как вот в здании с возрастом, да, так сказать, ну, практически вот все это новое. С полностью заменены коммуникации, полностью отремонтированы все цеха. И вот уже на финише, да, когда пришли сотрудники обслуживающих комбинатов питания, значит, ну вот, они не могли скрыть этой радости, да, что в каких условиях теперь они будут работать, вот, ну, уверен, что обязательно дополнительно отразится на улучшении качества. Ну, и здесь ведь важно еще и самое главное – это здоровье детей. Ведь ради чего все это делается, собственно говоря, это чтобы дети, которые приходят… Живем, работаем, трудимся ради детей. На самом деле, да. Это сегодняшнее и будущее. Вот, насколько я знаю, еще одна важная задача, которую решает депутатский корпус, это уборка Волги. Вот расскажите об этом. Вы как бы, насколько я знаю, вы лично, для вас это такая личная во многом тема-то. Ну, несомненно, я родился и вырос в Куйбышеве, Самаре, на Волге, и вся жизнь, так сказать, она вот сопряжена с Волгой, и мы ее очень любим, мы ее очень уважаем, но вот на сегодняшний день есть серьезные проблемы, они, конечно, носят и исторический характер, это со строительством гидроэлектростанции, но это как бы другая история уже. Это, да, другая история, были другие задачи. Сегодня колоссальный вред наносится человеком. Это в первую очередь в массовом порядке неуважение проявлявшихся в мусор, твердые бытовые отходы. У нас очень много построек, к сожалению. Я сейчас не беру только от Самары, речь о Самаре, это от Твери до самой Астрахани, так сказать, вот протяженность нашей реки, где мы видим, так сказать, и незаконные строения береговой зоны, это выбросы жидких бытовых отходов, значит, жизнедеятельности, в том числе человека. Значит, и сегодня вот та программа федеральная, которая, слава богу, принята, она и называется «По оздоровлению, по спасению Волги», она работает. Поэтому здесь Самара работает двумя путями. Первый путь – это высокотехнологичный, затратный,
там, где мы работаем над очистными сооружениями. На сегодняшний день я могу сказать, заверить, что вода, которая после на водоотведение, после очистки, после которая же, попадает в Волгу, которая возвращается в Волгу, да, так сказать, она в разы, просто в разы, так сказать, вот, чище ту, которую мы принимаем. Это снижение процессов хлорирования. Вот. Дальше это замена водопроводов, ну, которые, так сказать, происходят. Сегодня мы вот стоим уже, так сказать, на почти финишном пути решения вопросов по качественной воде в наших два удаленных района. Ну, а центр – это Куйбышевский и Красноглинский. Значит, проводится работа по и очистке. Но пока каждый человек, который сопряжен с Волгой, Самарой, Чигрой, Соком, так сказать, ну, там, где он находится, там, где он пользуется, он проживает, не поймет, что это дар Божий такой, который нужно нам сохранить и оставить. Это его. Оставить, так сказать, для потомков, да, так сказать, вот, вот эту бережливость, ее нужно воспитать. И вот здесь как раз мы проводим ряд акций. Ну, самое крайнее, которое пришло в голову, мы сменили регламент уборки береговой зоны. А именно, День Волги отмечается 20 мая, память не изменяет. В этот период уже стоит высокая вода. И, по сути, все, что накопилось за осенний, зимний, летний, весенний период, да, так сказать, вода поднимается, и все, так сказать, вот от источника, от устья, так сказать, до Астрахани, все вот это все двигается, да. Большая часть оседает на дне, идет процесс заиливания, ну, и самоочищение Волги уже как бы нарушается, да. Вот, поэтому мы, как только снег сходит, вот здесь мы уже приняли решение в этот период убираться. Ну и для того, чтобы к нам ничего нехорошего не приплыло и от нас не ушло, мы направили обращение коллегам-депутатам всех регионов, находящихся на лево- и правобережье, крупным городам, получили везде, так сказать, поддержку. Ну и приглашаю самарцев, так сказать, в первую очередь, так сказать, относиться с уважением к природным ресурсам, воспитывать это в себе и в детях. Ну и не считать зазорным, значит, принимать участие вот в такого рода мероприятиях. Ну и как минимум за собой убирать хотя бы для начала. Да, для начала. Алексей Петрович, с подачи городской думы в Самаре есть нагрудный знак за патриотическую работу. Вот сейчас особую роль это играет. Вот кто и за что его получил, получает? За патриотическое воспитание. За патриотическое воспитание, да. Значит, в рамках подготовки к 75-летию, знаковому событию победы в Великой Отечественной войне, значит, вот как раз беря во внимание те мероприятия, которые проводятся, а за ними стоит большая работа конкретных людей, которые не только являются сами патриотом своего отечества, которые знают свою историю, вот, но самое главное, воспитывают это в умах и сердцах, значит, самарцев. Вот как раз такая категория, она и подходит под это. Поэтому вот мы вышли сначала на совет ветеранов. У нас при Думе работает патриотический совет. Возглавляет вот у нас Пронин Владимир Николаевич, председатель совета ветеранов города. Значит, вышли на совет генералов, показали модель, которую мы разработали. Значит, знак очень благородный, торжественный, исторический. Мы в него вложили, так сказать, и историю побед. Это георгиевские ленты с времен Михаила Кутузова. Вот. Это и символ, макет Знамени Победы водруженный. Там отмечены годы Великой Отечественной войны. И на обратной стороне нагрудного знака прописано как раз за патриотическое воспитание. И четко победа советского народа в Великой Отечественной войне, чтобы никто никогда не смог ставить это под сомнение. Значит, вручается в торжественной обстановке. Мы получаем ходатайство от общественных организаций, учреждений, ну, с обоснованием заслуги того или иного самарца. Алексей Петрович, время программы мне подсказывает, к сожалению, подошло к концу. Большое спасибо за интересную содержательную беседу. Я надеюсь, мы с вами увидимся вновь, потому что работа депутатского корпуса, работа народных избранников, на самом деле, это для всех нас крайне важно, крайне актуально. Большое спасибо. С удовольствием откликнемся.
Напоминаю, в нашей студии был Алексей Дегтев, председатель Думы городского округа Самара. Удачи в делах. До свидания. До свидания.